Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know that I'm feeling the same that I На самом деле у нас тут еще в студии есть потрясающий вокалист Илья Киреев, он совершенно случайно пришел на это радио. Он совершенно случайно. Я знаю, зачем пришел, это был сарказм. Ты мне подпоешь, Илю? Конечно, я люблю такие песни. Настя, ты с нами? И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись другим. Поделись другим счастьем, как это делает березанская Настя. Да, на самом деле можно назвать сумбуром терки. Почему называемся воскресными терками? Ребят, мы будем тереть здесь обо всем на свете. Тереть об... Ола Кейру. Там так написано. Мы сейчас будем звонить тебе, и ты будешь с нами общаться в прямом эфире. Так. Давай, давай... То есть ты там Рэмбо, я так и знал, ты там Рэмбо. Ну что, ты не против, мы послушаем тебя сейчас прям в прямом эфире? Группа First. 3 минуты слушает. А мы ему звоним, ходячий бесплатно. У тебя минус. Ну вот так вот, актеры, понимаете, они бедные люди. Ну что, бедные, но счастливые. Сейчас выходим.